Погреем свою золотую ручку, бороду и кеху. Бекст, 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 Бекст. Он там! Быстрее туда! Приветичи! Мы сегодня с тобой поиграем, как ты уже, наверное, догадался по окружающей обстановке. Куча мусора, все воняет, этот мир просто погряз в грязи. И мы, как истинные супергерои, как же будет называться этот супергерой, который убирает мусор? Короче, мусорный герой. Во. Большинству понравился предыдущий симулятор мусороуборщика, и я решил поискать что-нибудь новенькое. Да-да-да, вы сейчас будете меня покрывать всеми плохими словами, назовете меня прыщиком на попе, Тимати или еще кого-нибудь, и скажете, да какого фигушки здесь этот опять рюкзак? Да. Это рюкзак, двухсекционный. Он имеет возможность собирать мусор и потом этот мусор перерабатывать в коробки, а коробки продавать. Маркетинговый ход зашел, ага. Словно сейчас рюкзак кому-то впарил. В общем, не бузите. Игруха прикольная, хоть у нее и рейтинг какой-то странный, напополам все. И постоянно здесь посреди экрана вылазит табличка, что ты типа нифига не можешь ходить, ну то есть бегать. Вам не разрешено бегать. Так а что мне здесь делать-то? Написано типа вводи код fly, но он нифига не работает. Ну короче, это бурда полная. Видимо, из-за этого у нее фиговый рейтинг, вот опять вылезла эта фигня. Вот, в общем, давай не будем на нее обращать внимания. Она, конечно, очень меня бесит, но я постараюсь это забить на нее. Короче, смотри, мы с тобой крутой мусороуборщик. У нас с тобой есть инструмент, а инструмент это наша рука. Хопа, смотри, какая крутая, золотая. Сейчас пойдем с тобой мусор убирать этой рукой. Вот, мусор воняет. Оу-оу-оу, что это такое? Подожди-ка, нас уже это, походу, в мини-игру просят. Нет-нет-нет, мы пока в мини-игру не пройдем. Да, здесь еще вдобавок ко всему есть мини-игры. Мы вначале с тобой приберем немножечко улицы. Начинаем. Убираем мусор, закидываем мусор в наш рюкзак. Дожили, да, это уже новое поколение мусороуборщиков. Они мусор убирают себе в рюкзак, который может перерабатывать этот мусор. Так, у нас 30 единиц смещается в наш рюкзак. Вот мы убрали мусор с дороги. Автолюбители нам скажут спасибо огромное. Здесь вот тоже возле заправочки уберем благоухающий мусор. Благоухающий. Да, мне бы еще противогазик. Мне его здесь очень не хватает. У нас здесь уже 20 мусора есть. Надо еще десяточку набрать. Вот как раз. Давай работай. Солнце светит, негры пашут. Да, где здесь солнце? Я правда на негра не похож. Да один фиг работяга. Ну вот, смотри, у нас уже 30 мусор набрано в нашем рюкзаке. Нам сейчас нужно пойти с тобой на завод. Мы сейчас побежим вон там вот, где из этого мусора сделают картонные коробки. Да-да-да. Эти коробки в количестве 30 штук мы потащим на перерабатывающий завод. То есть мы сейчас перерабатываем мусор в картон, а из картона мы потом... А что из картона? А за картон мы потом получим деньги. Как бы все логично. Вот мы пришли на перерабатывающую станцию. Нажимаем перерабатывать весь мусор. Вот так вот. И смотри, смотри, что происходит. Вруп. Вот и картон у нас появился теперь. Точнее, коробочки. Вот такие вот коробочки. Я даже не знаю, как 30 штук коробок у меня вместилось в мой мини-рюкзак. Видимо, он какой-то бездонный, я не знаю. Вот, и теперь мы бежим на другую сторону улицы. Там у нас есть магазинчик, где мы можем прикупить себе новые инструменты. У нас сейчас инструмент это рука, да, я постоянно... Ты посмотри, я постоянно с вытянутой рукой бегаю. Просто пипец. Типа, подайте мне, пожалуйста, денежку, я бомжую. Ладно, уберем нашу руку, рабочую руку убираем, золотую, и бежим в наш магазинчик. Не-не-не, мы сейчас с него не будем забегать. Вот, смотри, в этом магазинчике мы можем купить инструменты. Садоводческий магазин. И можем купить рюкзак. Мы туда обязательно зайдем, когда поднакопим денег. Хотя у меня и так уже поднакоплено. Короче, смотри. Вот он, перерабатывающая станция. Заходим туда. Вот. Ты видел какое-то здание изнутри? Сейчас, погоди. Смотри, вот он, это здание изнутри. Я прям в какую-то сказку Гарри Поттера попал. Вот он, это здание изнутри. Вот такое вот махонькое, двухэтажное, заметь, двухэтажное. Захожу туда. Просто хлыбыщ вот так вот, пам! И я попадаю в завод. В завод. И он нифига не двухэтажный, нифига не похож на это маленькое здание. Так, нам тут предлагают, короче, переработать 30... А, точнее, продать эти 30 коробок. Мы их продаем. И нам сейчас должны денежку дать.
Хоп-хоп-хоп, коробочки уходят, левел поднимается, побойски приходят, и мы получаем 150 кэша. И экспириенс тоже 150. Огонек. Ну что, вот мы с тобой подняли бабла. Бэкс, расскажи, как поднять бабла. Просто иди и сдавай картон. Так ты поднимешь бабла. Ой, не могу вообще просто. Так, знаешь, куда мы сейчас зайдем? В маркет, конечно же. Мы с тобой уже 2200 деньжат заработали. Бежим сюда. Так, можно войти? Конечно, можно. Мне везде можно пройти. Ну вот. У нас здесь есть возможность выбора инструмента. Первый инструмент — это, конечно же, наша рука. Почему-то ее здесь нету. Ну, логично, да? От моего тела же не могут оторвать руку и в маркет ее положить. Так, ладно. Совок. У нас здесь есть совок. Он дает... У совка есть урон. 2 дамага. Хо-хо. Серьезно. И даже дистанция 8. Это что ж я совком кидать могу? Так, но стоит он 2500. Обычный красный пластиковый совок. $2500. Ты прикинь, это получается на наши где-то... Ну, 100 тысяч... 150 тысяч рублей примерно. Плюс-минус так вот. Красный пластиковый совок. Хо! В каком мире мы живем? Короче, выходим отсюда. И пошли зарабатывать денег. Я надеюсь, что скоро начнется мини-игра. И на этой мини-игре можно поднять реально бабла. Вот. А пока мы собираем этот мусор. Как истинные мусороуборщики. Бегу я, короче, бегу перерабатывать весь мусор в картон и встречаю здесь, смотри, это похоже на моноколесо, да? Это ж моноколесо. Хочу на него залезть, а нифига. Бурый день. Короче, не получается. И да, я совсем забыл рассказать, что помимо обычных мусорных пакетов, здесь на улице можно встретить вот такую вот лободу какую-то, я не знаю, что это. Поломанный кирпич или что это такое, давай попробуем взять. Циндерблокс. О, мини-игра началась. Ну, поехали в мини-игру, заходим. Так, мы очутились на какой-то поляночке, у нас с тобой офигенный крутой рюкзак, он у всех, в этой мини-игре он у всех абсолютно, так что мы не исключение. И сейчас нам нужно будет на скорость собрать больше мусора, это называется конкурс мусороуборщиков, кто больше соберет, тот и молодец. Где мусор, давай, началось, все, поехали, где мусор, я не вижу мусор, опачки, нас переместили куда-то на завод, это зона Дейчмаща. Дейзмач. Сейчас, дейзмач мусороуборщиков, это просто капец. Мы сейчас, походу, будем кидаться мусором. Да не, шучу. Мы сейчас его будем собирать. Где пакеты? Пакеты. Там уже вон один начал собирать. Вон пакет, сейчас на него все накидываются. И мне ничего не осталось. Блин, пойду я у этого чувака отбирать мусор. Забираем. Давай. Быстрее. Следующий мусор. О, смотри, сколько пакетов. Это то, что нужно. Не, это мой мусор. Никому не дам. Отстаньте от меня. Не подходите сюда. О, смотри, там еще он попал. Да что ж ты делаешь? Сер, 1261. Так, не собирай мой мусор, вон другой есть. Господи, сейчас из-за мусора потеремся. Так, вижу, вон там парочку пакетиков. Сверху у нас написано Danger Level. Это, короче, насколько загрязнена эта территория. И нам нужно не допустить максимального загрязнения. Воу, сколько вылезло этих ошибок. И что это, не ходи, а я и не хожу. Я бегаю. 19, 18, 17 секунд. 52, 56, ну же, 60. Быстрее, другой мусор. Смотри, сколько мы бабла подняли. 1500 кэш мы подняли и 750 экспириенс. Ну все, теперь можно ехать за совком. Так, нас сейчас отсюда должны забрать. Отличненько. Ну что, пойдем в магазик, прикупим себе новеньких инструментиков. Сейчас, зайдем, купим себе эту лопатку за 150 тысяч рублей. Где она? Вот она, красненькая лопатка. Что там есть еще? За 5500 можно купить вот такое вот ведерко. Да. Ну что, берем этот совок. Воу, мы стали с тобой обладателями красного совка. Офигеть. Выходим отсюда. Ну что, чуваки, смотрите, у меня теперь не рука, у меня теперь совок. Я не могу просто, я обалдею. Так, ладно, пошли. Сейчас попробуем собрать мусор. А, хотя как собирать, если у меня тут 88 трэша. Ну что ж, пошли обменяем этот трэшак на наши коробочки. Давай, волшебник. Собирай лучше. Красавчик, вот этот мусор давай подбирай.
Я буду твоим надзирателем. Опа, опа, смотри, пейпер появился. Пейпер, блин, что в переводе на русский? Бумажка. Так, ладно, мы сейчас этот пейпер попробуем собрать на обратном пути. Мне, к сожалению, рюкзачок весь забит. Здесь, кстати, иногда бывает валяются колеса. Чё здесь только нету? Всякие кирпичи. Ну, кирпичи мы уже видели. Так, вот, 88 трэша я могу переработать. Но так как у меня рюкзак на 30 только коробок вмещается, у меня получится только 30 коробок. Вот что обидненько. Сейчас весь этот трэшак спустится в 30 коробок. Вот, отлично, спасибо. Теперь валим отсюда. Погреем свою золотую ручку, бороду и кеху. Эй, завод, я принес тебе бумагу. Забирай у меня, картон. Я картон тебе принес. Отличненько, 150 денег, 150 экспириенс. Мы, короче, набрали 21 единицу бумаги. Я здесь нашел еще разбитое корыто какое-то. Это металл, прикинь, 350 единиц металла. Интересно, могу я его собрать? Нифига, мне нужен 25 уровень. Офигеть, кто его сюда выкинул вообще? Капец, здесь бомжатня. Это не город, это бомжатня. Рай для мусорщика. Так, забираем бумажку. Да, по 2 единицы действительно собирает мой красный совок. Это просто чума. Забирай, забирай все отсюда. Так, огонек. И пошли-ка зайдем в магазин, посмотрим новый рюкзачок. Потому что по 30 единиц каждого барахла мне уже надоело забирать. Хочу прикупить себе пошире, побольше рюкзачок. Заходим в Макзик. Да ёкарный баба, 3 косаря за рюкзачок. Да я лучше в Китай съезжу, мне там сошьют за 1000 рублей. Блин, ну когда же мини-игра-то будет? Без мини-игры здесь вообще делать нечего, здесь так скучно. Это просто какой-то трэш. Ну хотя игра тоже трэшак. Мы же здесь мусор убираем все-таки. Да. Пойду, что ли, это пиццы поем, это что здесь у нас? Это ресторан. В ресторан меня не пускает, конечно, кого пустят тут грязного мусороуборщика, который постоянно тут пакеты ворочит. Мир лучше делает, красивше и чище. Сюда меня тоже не пускают, никуда не пускают. Может, я в дом зайду в какой? Ха, прикинь, посмотри, какой домик маленький. Там, по-моему, только ванная комната и все. Спальни нет. Ой, о, лужица. А что с лужицами делать? Нифига себе, ну-ка, давай-ка совком лужу уберем. А, нет, 15 уровень требуется. Сколько же здесь барахла валяется, просто пипец. Колеса, лужи, пейпер, бумага. Давай-ка бумагу хотя бы уберем. Сделаем эту улицу почище, хоть чуть-чуть. Капец, какие же здесь чушки живут, а? Чушандры. Мусор, лень до мусорки дойти выкинуть. Вот так-то лучше. О, неужели мини-игра? Обалденно, давай заходим в мини-игру. Сейчас мы с тобой поднимем бабла. Как я долго этого ждал. Блин, на самом деле я протупил. Нужно было покупать не совок, а контейнер. Если бы я купил контейнер, я, естественно, быстрее бы денег заработал и экспириенса. Вот так вот. Ну, что поделать, я играю первый раз, поэтому не знал. Трэш-раш начинается. Да из матч мусороуборщиков. Итак, занимаем позишн. Позишн, я останусь здесь на коробочке. Надеюсь, что здесь где-нибудь появится мусор. У меня первые всех. Так, мусор уже появился. Воу-воу-воу-воу, погоди. Опа, вижу. Давай совком быстренько собираем. Ага, кстати, у нас же совок есть. В этот раз-то мы побыстрее будем. Так, а у кого-то ведра даже есть. Да, раскатал я губу. Так, надо отслеживать, где появляется мусор. О, вижу. Блин, чувак, ты что такой скоростной? Ты как так быстро бегаешь? Я так же хочу. Еее, 1500 мы заработали, ну как обычно, в принципе, 750 экспириенс. Еще чуть-чуть, соточку нужно экспириенса, и мы будем 10 уровня. Ооо, так, я думаю, что мы можем уже зайти в Макзик. Сейчас прикупим с тобой, новый рюкзачок. Блин, я забыл, сколько он стоит, он 3200, ооо, ништяк, покупаем, а следующий 7200, ладно. За 3200 берем, вот, отличненько. И теперь можно пойти и сдать наш трэш. Хотите ли вы продать 65 картонок? Конечно, хочу. Давай. 10 уровень, отличненько. Мы теперь можем собирать уже и другие предметы. Сейчас посмотрим, что мы можем. 325 баксов получили, 325 экспириенса, отличненько. Пошли, быстренько попробуем что-нибудь собрать. Что-нибудь необычное, что мы до этого не собирали. Я уже крутой этот мусороуборщик 10 уровня. Мусороуборщик 80 уровня, мне еще до него далеко. О, колесо. А, не, колесо мы не можем, а вот это вот мы уже можем. Так, попробуем. А, да. О, да, мы убираем кирпичи. Причем кирпич имеет 50 единиц мусора. А у нас как раз
О, быстро как все забили. Ну вот, в принципе, нужно теперь бежать это все перерабатывать, получать денежку и, в принципе, опять все по-новому. Так что вот такая вот работа мусороуборщика. Героическая работа дворника, как я это называю. Вот, на этом все. Если тебе понравилось, то есть тебя лайкосик, подписочка на канал, если ты еще не подписан, и комментарий, что ты думаешь по поводу этого симулятора. А я с вами прощаюсь, всем спасибо за просмотр, удачки, пока, и до нового видосика. Ра-па-пам, пра-пам-пау-пау.